Друзья, всем привет, меня зовут Илья, и вы на канале Малой Плей. И сегодня у нас Stranded Deep, обнова у нас 0.25, вышла она буквально сегодня. Ну, если видос сегодня опубликуется, то это будет сегодня, а так получается 1 марта. Вот, обновление довольно-таки большое, чего-то давно не было. И опять сразу хочу заметить, что у меня... Снова, сука, не то сохранение. То есть в прошлом сохранении у меня уже был, сука, мотор. Теперь его нету. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, здесь у нас это. Окей, это возьмем. Ну, короче, по обновлению у нас исправление ошибок. Исправлена вода, исправлено кораблекрушение. Раньше не появлялись на небольших островах. Что за херня, я не знаю. Ладно, изменено. Добавлена молоточковая какая-то механика в учебнике. В каком учебнике, я без понятия. Так, добавлены тени для крафта. Призрак для лучшего ощущения глубины. Окей, давай проверим. Что мы можем скрафтить? Костер. А, типа вот эти тени. Раньше их что, типа не было? Ну, видимо, не было, окей. Так, что у нас дальше? Увеличилась ставка сбора солнечной энергии на каждые 2 игровых часа. Не знаю, короче, что это за херня. Так, заменены ведра на глиняные бутылки с водой. Новая система. А, да, это я уже заметил. То есть вот они у нас... Где, блядь? Вот они. Но для того, чтобы сделать их, нам нужна печь. А чтобы сделать печь, нам вот эта вот херня какая-то нужна. Я не знаю, что это. Давай глянем. Так. Видишь, здесь тоже вот какая-то глина, походу, это или что. Как ее добывать? Не знаю, ладно, сейчас разберемся. Так, заменены стальные строительные ступени на новостройки. Так, на новые, короче, ступени из глины, да? То есть... Так. Вот они. Металлических нет, получается. Есть теперь такие. Окей. Дальше. Новый контент. Новое здание ярус. Глиняные кирпичи. Давай... Это вот он у нас получается. Угу. Новый элемент ресурса — глина. Как вот ее добывать? Ладно, сейчас поищем. Давай дальше. Так, новый предмет из глины — бутылка воды. Новый глиняный кирпич — элемент здания. Новый кирпичный фундамент — элемент здания. Так, кирпичный этаж, пункт дом. Это получается... Нет, валс. Вот она, видишь, кирпичная. Так, стены кирпичные. Так, как окна, арки, короче, кирпичный. Новый кирпичный вокзал, станция, топку. Большая белая акула. О, новая большая белая акула добавлена. Прикольно. Так, ладно. Нам нужна, получается, глина. Как ее раздобыть и где? Самый главный вопрос, да? Так. Так. Слушай, вот это, конечно, да. Слушай, а что там вон большое-большое такое стоит? Там, да, сейчас что-то вроде как видел. А, нет, вон там. Вон, туда надо. Давай сплаваем, короче. Я просто не вижу глины никакой. А, возможно, она как-то добывается. И, слушай, возможно, я, по-моему, понял, как она может добываться. Она может добываться вот этой херью. Для этого нам что надо?
острый камень. Пожалуйста. Так, и теперь юбка нам нужна. Так, что у нас по показателям? О, пить хотим. Давай. Пока хватит. Так, давай-ка. Сейчас попробуем вообще посмотреть что-то, как-то я не знаю. Так, юбка, окей. Окей. Вот так вот пойдет. Так, давай. Где у нас тут наши острые камни были? Вот они. Сейчас посмотрим. То есть лопаты же у нас ничего такого нет. Получается только она. Хрена лысого. Ничего так она не добывает. Ну не этот, не проблема, ладно. Так, подожди. Чем мы туда побежали? Плод-то у нас здесь. Давай попробуем, ладно, засейвимся. А, так. Это туда. Это ладно. А, давай фонарь скинем. Так, вот. А, подожди. Где у меня палка была? Вот. А, давай туда вот эту херню скину. А, подожди, здесь я возьму вот так. Вот так. Ну а что мне тут скинуть? Ну давай вот эту скинем. Так, ну все. Вон туда мне надо. Ну, а сейчас посмотрим. Просто в край придется опять же начинать новую игру. Это, конечно, меня уже козит. Каждый раз, после каждого обновления, начинать новую игру, это уже серьезно, это слишком. Да, там, по-моему, какое-то судно довольно-таки большое, что его аж отсюда видно. Сейчас мы посмотрим. Так, а там у нас уже был такой вообще нормальный плотецкий. Уже и с двигателем, со всеми делами. Сейчас мы туда подплывем, короче, посмотрим, что это. И, наверное, все-таки начнем новую игру. Посмотрим, что да как. По идее, глину мы должны добывать. А мы не должны ее находить, потому что как бы, ресурс такой, который очень часто будет требоваться. Как я понял, да? У нас можно будет уже глиняный дом, нормально, кирпичный не сделать. Смотри, большое судно, реально большое. Или что это вообще? Или это не судно? Что-то я не понимаю. Это похоже как на контейнер вот. Что это у нас? Нет, вроде судно какое-то. О, нормально. А что это реально? О! Слушай, новое судно, я такого не видел раньше. Так, на нее попасть нам же еще надо, правильно? Реально такого я что-то не помню. Или было? Слышь? Фига она так нормально бортанула меня. Так, а вот это вот не глина ли? Так, окей. Это мы забираем. Нет, не глина, ничего такого здесь нет. И что? Давай посмотрим, что у нас здесь. О, так я тут еще и дышать могу. Бля, я что, выгрузить? Я выгрузиться забыл. Окей. Сейчас мы тогда попробуем. Так, ты что, полный у нас? Так, ты акула там плаваешь, да?
Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Так, ну давай, ладно, повыкидываем чуть-чуть. Думаю, ничего страшного. Так, вот это мы сбросим сюда. Это мы просто сбросим. Акула, главное, сюда не заплывает, это уже радует. Так, здесь что у нас? Есть что хапнуть? Нет, здесь нечего. Опа, здесь есть. Да, блядь, да заплыви ты сюда. Так, а вот теперь-то нам понадобился топор. Так, а где он у нас? Окей. О, отлично. Все в порядке. Так, давай вот сюда вылази. Все, отлично. Отлично, так, нам что надо? Нам надо... Так, нам вот сюда надо. Вич. Ну, нет, давай вот туда все-таки. Так, ну давай назад откатим. Ну, что-то, как я понимаю, подожди, давай здесь еще сейчас пробежимся, посмотрим. Вот эту глину. Вот она есть. Вот она, глина. То есть, видишь, глина, она будет так же, как и камни получается, да? Так, давай, окей, собираем все сейчас. А, ну ее довольно-таки немало, смотри. В принципе, не будем тогда начинать новую игру. Нормально. Разберемся здесь. Да, смотри прям. По мне бы, конечно, вот с этой глины можно было бы замутить. Знаешь, чтобы я ее где-то откапывал. Вот это было бы, по мне, так интереснее. И чё? Все, и вся глина, что ли? Ну, окей. Плывем обратно. А чё мы не плывем-то, ёпта? Ага, бля, как обычно, застряли. Опа, сели, поехали. Бля, сейчас у нас, правда, эта сторона будет откидывать, наверное. Так, вон наш тот островок. Там у нас уже есть хотя бы шелтер. Да, поворачивать сейчас хуже, надо еще с той стороны обязательно поправить. Ну что, сейчас разберемся. Сейчас мы поставим эту печку, посмотрим, как она будет работать. Нет, не знаю, им говорю, им надо разобраться действительно с этой системой сохранений, сделать несколько ячеек, к примеру, как в том же самом Lone Dark. Это и было бы вполне себе нормально. То есть ты специально, к примеру, для того, чтобы посмотреть обнову, можешь раз начал новую игру. Посмотрел, понравилось, не понравилось. Не понравилось, вернулся к предыдущей версии и играешь спокойно. Ну да, вот смотри, его прям вот прям аж отсюда видно. Конкретно. Так. А, ну сейчас посмотрим. Ну почему-то я на этом островке на нашем глины не видел. Это белыми птицами. А вот подожди, я забрал-то оттуда все. У меня почему-то такое ощущение, что я с того корабля ни хера не забрал. Ну да ладно.
Так, а где наш шелтерок? Вон он, наш шелтер. Окей. Так, ну чё, давай подожди, посмотрим. Есть ли здесь реально глина, но я ее не вижу. Я вижу камни. А глины как таковой нет. Ой, да иди ж ты нахер, нихера себе, вас еще и две. Вот вы вообще, слышь. Сучки. Ладно, живем пока. Окей, давай. А нахер, конечно, все выбросим. Так, вот так. Это мы берем. А, давай смотрим, что нам надо для печи. Глина есть, три палки, две веревки надо. Окей. Так, давай-ка мы все-таки нам надо, наверное, попить. Как-то попробовать, да? Потому что жажда нас гложет. Так, окей, палки вот они будут. Да и в принципе их собрать можно. Вот с веревками здесь все обстоит немножечко посложнее. Забирай тоже. И это забирай. И это забирай. Так, а подожди, нет, это же не то. Мне надо вот так вот. Опа. Бери. Не, ну они реально там две сразу так еще меня хопаться ужалили. Надо будет на них потом открыть охоту. Нахер всех изловить, убить, пожарить и съесть. Вот так вот. Так, еще один, по-моему. Да. Окей, все. Ну, блять, вот сейчас ночь. Вообще не кстати. Ну да ладно. Так. Давай зырим. Ну вот она у нас. 6 глины. Охренеть. Ну ее без разницы где. Ну давай здесь. Ба! Во, крутяк, слушай. Реально классно. Ладно, давай теперь дальше. То есть смотри, это у нас... А это у нас что вообще? Брик. Брикс. Ни хрена себе. Это нам еще ту шнягу надо поставить. Ну это же вообще трындец. Попробуй поспать. Может поспишь хотя бы. До утра бы было бы грамотно. Нет, не хочет до утра спать. 3 часа, нормально что. Хотя бы так. Так, у нас конкретный сушняк. Поэтому нам нужны кокосики. Так, ну думаю, 3 будет, в принципе, достаточно пока. Так вот, если бы они еще не разлетались, да? Так, тебя заберем. Смотри, она у нас получается... печь будет гореть постоянно. То есть, наверное, в нее подкидывать ничего не надо будет. Так, окей. Так, давай, это мы берем... А, подожди, вот это мы тогда, наверное, сбрасываем пока что. Слушай, а у нас тогда она... Вот эта шняга другая какая-то должна быть. Водяной коллектор. Опа-на! Он совсем другой стал. Так, для водяного коллектора нам нужна еще веревочка. Так. Ну давай рубись, не рубишься, ладно. Сейчас мы сделаем водяной коллектор, потому что он тоже поменялся. Думаю, посмотреть на это стоит. Так. Что у нас, где у нас? Нормально, быстро прорастают они, в принципе. И вот еще. Да нормально, летайте, летайте, уже не пугайте. Так. Опа. Так, и камушки теперь. Камушки-то я видел. Камушков было валом вроде как. Вот как всегда, когда они не нужны, их валом.
Здесь нет ничего. Да, вон вроде лежат. Так, нам надо 3 камушка. А, ну вот все, мы можем прямо здесь начать делать. Вот он, водяной коллектор. А, здесь нету этого. Окей. До брезента здесь далеко, да? Ну, да что ж ты, ты зависаешь здесь? Так, вот брезентик здесь, пожалуйста. Опа! Давай, да хоть где, вот здесь. Да, то есть выглядит оно теперь, видишь, иначе. Если, к примеру, раньше там снизу было ведро, то сейчас его нету. Окей, что еще здесь нового у нас? Какая-то бочка у нас с костром. Хотя она вроде была. Так это было у нас, это все было. Вот эту шнягу надо попробовать, да, тогда сделать. Ну окей. Да, не-не-не, брось, нахера. Вот так вот просто. И это мы все. Подожди, а зачем мы тогда? А, здесь, видимо, камни лежали, да? И глину сбрасываем. Так, ну чё, тогда нам надо на какой-то соседний опять островок. Так, ёп. Пошли в очко. Шипите мне там. Давай, наверное, отправимся вон на тот большой. Давай, сейчас проверим, чё мы. Я думаю, мы же сейчас не должны застрять. Так, нам там всё горит. Нам нужен вон на тот остров, да? Давай, отчаливай. Да, поворачивает он влево, главное, хорошо, вправо теперь не особо. Ну, нормально. Ну, вот у нас уже и рассвет. Отлично. Так, ну, вот, прям смотри, прям на восход идем. Давай, давай. Не знаю, что они тут исправили в воду. Вроде все как было, так и есть. Сейчас немножко смотри, как будто бы вот мы когда ныряем, вода вроде как сверху по-другому что ли стала. Или так и было, может, мне просто кажется это. Окей. Надо, сейчас мы нахапаем там глины, нам еще какие-то палки нужны, что ли, обычные. У меня там. Да, там у меня хватает палок этих. Короче, чтобы эти делать, тоже проблематично все. Да, туман все-таки убрали, намного проще стало. Смотрим, далеко все видно. Там он островок. Там он островок. Там, ну, большие, ну как большие, блин, нету больших здесь островов все равно. Они так их не хотят делать. По мне уже пора. Пора реально большие острова делать. Ну, не как, конечно, в The Forest. Но хотя бы, чтобы он был размером, ну, блин, с 3, с 4 вот таких. А, к примеру, на карте там 1-2 таких острова ты сделай, да и все. И грамотно. То есть ты туда приплыл, и уже реально там ты по-любому будешь выживать. То есть ты уже на такие вот маленькие островки даже размениваться не будешь. По-любому будешь туда плыть. Оп. Вот так. Не знаю, что-то изменений внешних пока никаких. Вот единственное, чтобы она добавляли вот глину, фиглину всякую. Ну, окей. Двинули дальше. Сейчас быстренько залутаем этот островок. И свалим отсюда. Как обычно, камней, смотри, куча. Куча камней. Куча камней. Куча камней, а глины нет. Серьезно, ты посмотри. Ни одного куска глины. То есть что, ребят, можно сделать вывод, что глина будет только на маленьких островах. Ну реально, смотри, здесь ни одного куска глины нет. Ты весь остров оббежал. Ничего. Даже никакого малейшего напоминания о глине.
Окей. Отплываем. Где у нас самое близкое? Здесь маленький остров. На том мы были. Так, вон маленький остров. Давай попробуем сплавать на него. То есть это наша последняя надежда сейчас. А если нету, как бы, ну я не знаю, серьезно. С глиной можно было сделать, что вот ты приплыл на какой-то остров, а там есть глина, и ты ее, короче, копаешь. Вот это было бы нормально. Считай, можно было бы выкопать там сколько тебе надо. Как вот, как с Эвенды туда. Нужна глина, нашел, где она есть. Копаешь ее, и все. И ёпта, никаких проблем. То постоянно вот так плавает за глиной на какие-то острова соседние. Причем это если такой ресурс, который, ну, не восстанавливается, то это вообще жопа. Так. Почти приплыли. Большую белую акулу я тоже не видел. Да, кстати, в прошлой серии я хотел сплавать к краю карты, но, как видите, ребят, у нас, опять же, другое сохранение. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что идет как-то, к примеру, одна Stranded Deep Experimental, другая уже идет обычно, и, скорее всего, из-за этого. То есть сейчас у нас Stranded Deep Experimental 0.25, по-моему. Вот, скорее всего, из-за этого. То есть точно я сказать не могу. Для этого у меня это только догадки. Ну давай, пожалуйста, будь здесь глина, а. Будь серьезно. Да хуй там был, по-моему. Здесь, смотри, вообще пусто. Остров вообще просто пустой. Опять есть несколько камушков. Ни куска глины. Ну чё за тупняк? Не, ну, ребят, это не серьезно. Вот правда. Что-то как-то совсем не серьезно. Глины. Тут реально за глиной куда-то, блядь, плавать за 3-9 земель. Чё ж, сука, за идиотизм? Я не знаю, они постоянно с этими обновлениями что-то чудят. Так. Да. Что-то она уже сейчас в последнее время начинает напоминать Форест тоже, блядь. Обновление выходит раз в месяц, а как бы ничего существенного нет. Ну вот убрали они ведра. Ладно, сделали глиняные горшки. Окей. Где, блядь, искать глину? Вот мы, получается, были на четырех островах. То есть, если считать наш, на одном мы только из четырех островов нашли глину. Сейчас вот, то есть, вот еще островок, сейчас приплывем на него, посмотрим. То есть, у меня было предположение, что глина только на маленьких островах. Нет, это не так. То есть, вот мы были только что на маленьком острове, на нем тоже нет никакой глины. Ну, сейчас проверим. Авось здесь что-нибудь найдем. Хотя я уже, честно, ни в чем не уверен. Этот остров мы, скорее всего, лутали уже. Потому что вон, вижу, кораблик лежит. Да, и больших островов, что прям громадных нету. Так, давай. Там что-то есть. Ну что? Если здесь глины нет, ну реально, я, короче, я на этом закончу. Ну серьезно, да, блядь, да это тупняк, ну правда. Лутали мы этот остров? Вроде как лутали, да? Ну не, ну идиотизм. Да, мы лутали этот остров. О, у нас здесь даже два ящика осталось. Ай, бляха-муха.
Не, ну я, честно, я не знаю, но это какой-то просто бешеный тупняк. Просто бешеный тупняк. Ну чё, ребят, ну короче, как-то так, я не знаю, блин. Идиотизм какой-то. Ладно, сейчас еще попробуем. Попробую, чё я попробую? Нихуя не попробую, наверное. Ну идиотизм, ну идиотизм, серьезно. Ну что, вот добавили ее. Вот эту штуковину, то есть надо три доски, три куска глины. Это чтобы сделать вот эту, типа формы, наверное. Вот, ну и соответственно потом нам, чтобы сделать глиняный кирпич, либо глиняный горшок, надо еще кучу глины. А, сейчас попробую еще поискать, чуть позже вернусь. Ну что же, ребят, короче, мне один хер пришлось начинать новую игру. Потратил херову тучу времени, просто трындец. Чтобы вот собрать вот это количество глины, я, блядь, ну я просто задолбался, вот, серьезно. Так, ну что? Блядь, у нас еще и палок теперь не хватает. Да ты что ж ты, блядь, будешь делать? Давай нахуй срубим какую-нибудь пальму. Тут нет никого. Вот. Срубаем пальму. Опустим ее. Да, врубай ее. Ну, короче, чем? С игрой вот как был вот этот тупняк, что реально приходится начинать новую игру, так и есть. Короче, как только начал новую игру, скажу сразу, глина есть на каждом из островов. То есть, конечно, количество ее везде разное, везде по-разному раскидано, но она есть. Вот, это уже хорошо. То есть, нету такого, что там обязательно маленький остров нужен, обязательно большой. Нет, она есть везде. Так, ну давай. Бах. Так, ну и давай бах. Вот. И у нас почти вся глина ушла. Ну что, теперь давай сделаем глину. То есть я же должен ее показать. Нашу обновку. Бах. Бах. О, как смотри, бах. Все. То есть три куска, то есть вот такие вот три кусочка у нас завернутые в подарочные упаковочки. Это у нас получается глиняные типа кирпичики, да? Так, подожди, давай посмотрим. Я не знаю, есть ли у меня здесь молот. Молота у меня, по-моему, здесь, кстати, нету еще. Да, молота у меня, кстати, тут нет. Ой, блин, вот видишь, чтобы сделать молот, надо два камушка, да? Вечно что-то нам надо. Не бывает такого, что нам не нужно ничего, да? И вот это давай заберем. Так, давай делаем молот, берем его, ну и соответственно что, смотри, ну да, нам даже на фундамент надо, смотри, 4, есть потолок глиняный, что-то типа вот такой херни, да, окей, это то, что мы можем поставить, есть треугольный, видишь он какой, как он будет выглядеть. Я не буду его пока ставить, так хотя бы просто покажу. Все такая вот штучка будет. Дальше, что мы еще пока что можем, да, допустим, даже из трех кусков сделать. Так, ну это опять же потолок треугольный. Пр-пр, блядь, все кукой. Стены. Ну, стена, понятно, стена вот она у нас будет полноценная такая. Это вообще трындец, если честно. Как бы что-то, блядь, сделать. Это арки, двери. Ну, дверь даже глиняная есть. Но это вообще трындец, конечно. Так, ну и вот есть лесенка. Лесенка, она у нас вот такая. Ну, чтобы поставить лесенку, нам нужно сначала поставить фундамент. Ну, что могу сказать, ребятам? По мне, ну, сделать что-то из глины очень долго. Просто катастрофически долго. Вот. Но я думаю, в следующей серии мы попробуем, знаете, что замутить? Мы попробуем немножечко почитерить.
Вот. Посмотрю, может быть, скачаю какой-нибудь тренер. Может быть, консольные команды какие-нибудь найду. Дабы посмотреть вообще на все то, что можно сделать в этой игре. То есть я хочу посмотреть, какой домик, к примеру, можно замутить. Что не достает? А что у нас, в смысле? А, блядь, веревка нет. Веревка нет. Вот. Я, короче, просто хочу посмотреть, какой домик, ну, реально, можно вот из того же самого, ну, из вот этой глины построить. А, потому что в прошлом обновлении тоже какой-то там структурный дом или что-то как-то назывался. А, то есть там фишка в чем, что ты, короче, типа, ставишь фундамент или что, или каркас какой-то, и ты потом уже все строишь. То есть вот это все я хочу, конечно же, посмотреть, но, блин, из глины, потому что так просто делать, ну, это очень долго, очень муторно. Вот здесь прямо так все и поставим. Давай, конечно же, засейвимся, потому что я не знаю, опять же, какое у меня, блядь, будет сохранение в следующий раз. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было хотя бы оно. Тебе надо попить, ну, как бы, братан, извиняй, попьешь потом. А! Слушай, я все изговнял, блядь. Я забыл, знаешь, что сделать? Я забыл замутить горшок. Глиняный, мать его, горшок я забыл замутить. Вот это да, вот это я лажанулся. Ну, я думаю, ребят, вы на меня сильно не обидитесь. В следующей серии по-любому мы этот глиняный горшочек захерачим. Что у нас здесь? Давай посмотрим. Здесь у нас, как обычно, всякий хлам, наверное. Смотри, под наклоном стоит, как же неудобно. Опа. Эй, заберем факелок еще один. Здесь что? Да, пока зайдешь тут. Так, это заберем. Это заберем и... О, да... О, как так-то? Пещ. Вот это тоже заберем. Ну все, окей. Вот. Ну, вот такая вот, ребят, серия получилась. Обновление я вроде бы как вам показал. Довольно-таки пойдет. Говорю, единственное то, что порожняк, но с этой глиной это очень долго... Очень долго это все приходится искать. Даже хрен с ним, я попробую даже сделать вот такую штучку одну. Где-нибудь поставим ее, и потом в следующей серии будем продолжать строительство дома. Вот. Ебать колотить. Что-то она как-то чмошно смотрится. Ну да ладно. А, ладно, тогда чё уж. Как есть, так есть. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Если понравилось видео, не забудьте поддержать лайком и подпиской на канал. Ну а на этом все. Пока-пока.